Давайте немножко подытоживать все сказанное. Прежде всего, синтаксисом класса к нам пришли три новых типа. Первый тип — это, собственно, объекты класса. Они описывают сами классы и их поведение. Второй объект — это объекты-экземпляры. Это те объекты, типы которых и есть наш класс. Третий тип данных — это связанные методы. Они ссылаются на объект и ссылаются на функцию внутри класса. Что мы с этими типами можем сделать? С объектами-классами, то есть объекты, которые зависят от нашим классом, мы можем, во-первых, вызвать конструктор, а во-вторых, создавать и обращаться к каким-то атрибутам. У объектов-экземпляров мы можем лишь создавать и обращаться к атрибутам, а у связанных методов мы можем лишь вызывать. И чтобы попробовать все эти знания устаканить, давайте посмотрим на иллюстрацию получше. Здесь у нас будут глобальные имена, здесь у нас будет код, который мы исполняем, и здесь у нас будет состояние нашей оперативной памяти. Когда мы исполняем определение класса, мы сначала исполняем тело нашего класса. То есть мы находим здесь определение двух функций, мы создаем две функции в оперативной памяти, и так как они находятся в том namespace, который ассоциирован с классом counter, мы их запоминаем в namespace counter. Вот, собственно, их ссылки, вот мы их запомнили. Теперь давайте создадим экземпляр нашего класса. Вот у нас есть xCounter, то есть мы его создаем, вот у нас при этом создается объект, и первый атрибут, который мы ассоциируем с namespace нашего экземпляра, это selfCount. То есть где-то в оперативной памяти мы находим нолик, и здесь в namespace запоминаем за именем count наш нолик. А вот этот вот молоточек на нашей схеме, это на самом деле не что иное, как связанный метод xInc. Можно заметить, что он хранит в себе ссылку на объект x и хранит в себе ссылку на функцию fun из namespace counter. Поэтому, когда мы его вызовем, он просто применит эту функцию inc к нашему объекту x.